прогресс есть, сейчас... Ну, когда у меня будет прогресс? Да ёб твою мать, я на второй направляшку после переворота не попал. Мало катаюсь. Готов продолжить? Все, я готов. Вот, теперь конь. Конь педальный. Фан такой. Лонтест. Ой, я только день не поставила. Блин. Да пофигу. Все. Начнем ночью, закончим днем. Да. Проблема. Ты! Поехали. Можно и ехать. Ой, блин, не видно ничего. Вот этой штуки черной вообще не видно. Да. Надо было день. А желательно бы утро, да? День бы все-таки не помешал, да. Ну сейчас. Да ладно. Нормально. Прошнемся. Ну окей. Ой, да кто там взорвался? На неплохо. Пройдемся и взорвался. Да. Молодец. Главное чекпоинт-то взять. Слушай, я в стол врезался, это такое. Главное чекпоинт взять. Да. Да.
А сколько чеков всего стоит? Избить все столбы. А где чеки? Да а как вас? А, 64 чека, селисли. Да мы сейчас тут по дороге не... долго будем кататься. Я понимаю, что он по дороге их поставил, уже 8 штук взяли. Так. Идеальное приземление. Что-то тебя слишком сильно кидает меня тоже. Да там кочки, бугорки. Что вас там раскидало? Неровные дороги. Притормозить лучше. О. Неровные. Как я аккуратно еду, блин. Давно так не ехал. Сейчас такой бам. И сразу врезался. Я только это сказал. Ну я не столб, конечно, но. Блин, а что ты тебя 20-то заносит, алё? Непривычно, потому что. Почему? Мне вообще. С учетом того, что я вообще не играл там сколько? 10 дней. 10 дней. Не играл, оу-оу. Не, ну блин, 28 чеков, 29 просто на трассе. Просто ешь, да. Зачем их столько 37. Ставить? Вот зачем? Да поставь 1-2 там на вот, всю вот эту я доехала прямую. 39-й, и самое интересное. Ой, а тут вечером так красивенько. Ну ты не меняла, просто оставила как было, ну, да? Да, я не заметила, а, что здесь ой. Это. Ну и все, значит так задумано. Вон, смотри, что тут неоновые штучки такая. Всякие. Всякие ой. Стой, ты стой! Кого-то ой, там спиралька вверх. Кого-то бом-бом. Да-да-да, вверх. Что-то я этого не ожидал. Тут много неожиданностей. Спасибо, что сказал. Там еще перепрыгивали. Дальше. Ты без спойлера, давай так. Галь. Ладно, я тогда буду изучать сначала, куда да я... Да ничего, с спойлером давай. Я не против спойлера. А, по стене и туда дальше, окей. Ой, да, там дальше опять спиралька, да? Там в трубе на другую сторону перевернуться, в этой неоновой. Там по стенке дальше ехать. Ой, кто-то мимо меня такой чпук пролетел. Ой, что это я вниз нажала? Ой! Ой, хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо-то как. Ой, все плохо, да, давай падай. Зачем? Что я тебе? Ванадом. Что я? Ой, блин, А нет, хорошо. Едем. Едем, сказал. Едем. Палат Т-20. Блин, ух ты ж, ёжик, чё сейчас сделал, капец. Я такое сейчас выдал. Ёжика сделал. Я до треугольника ж доехал с первой попытки. Да, да, с первой, конечно. Честно, первая. Не, честно. Я типа не респаунился ни разу до треугольника, аж туда дальше надо доехал. Ехать? Я ехал, ну, минуты две, наверное. Не две минуты ехал. Блин, две. Блин, пока. Не перепрыгнула. Пока. Да, в принципе, не так и сложно. Я вот. Больше я дошел до треугольника. Больше туплю сам по себе, чем... Я дошел до треугольника и не попал на направляшку. А я в треугольник не попал. Там тоже, наверное, на направляшку не попал, можно сказать. Я почему и молчал все это время? Сосредоточился, да? Да, сосредоточился. А вот я вот на желтую не попала. А как далеко чекпоинт отсюда? А вот ну, где-то там сверху. Стоит изучить. Там еще какая-то спиралька наверх идет, и вот, наверное, после нее. Воу! А, ну, скорее всего, знаешь, после вот треугольника перепрыг... Ой, блин, после треугольника вот эти... Ай! Чё? Там, да, направляшка. Направляшки перекрутиться вот это, я ж... Да, там надо такое? Уже, там уже обязательно ой. На направляшку попадать, этого я не ожидал. Да, я вот тоже не попал на нее, и поэтому я ударился крышей. Да, о. Я попал, но у меня там уже так кинуло ни туда, ни сюда, никуда, короче. Да что такое, я туплю в самом начале. Я один сказал, раз сказал желтая легко и на желтую не попал. Я один раз попал там. Я как что-то говорю где-то легко, все. У меня все идет через это место. Надо сосредоточиться, спокойненько пройти. И все. Ну вот и было бы еще так легко это сосредоточиться. Не падай, не падай. Не-не-не-не-нет! Нет, 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 нет.
Дагобец, я летел. Ох ты ж, ё-моё. Я почти скользко. Что до трубы доехал. Очень скользко. Очень. Так, 12 минут. Ты только до трубы, Андрюх, пытаешься доехать? Ну ты вообще... Занесло, ты тихо-тэшка, держись, держись. Все, ух ты, это круто. А можно как-нибудь ниже? Нет, нельзя. Тихо-тихо-тихо, поехали. Так. Ой, чё это? Давай, о, давай. Поедешь, Ташка? Ташка, не, не поедешь. Блин, до 20 минут охота было бы пройти, конечно, вот это. Ой, ну газуй, да что такое? Такое. Так, красненькая. Ё-моё. Труба фиолетовая. Треугольник. А, направляшка! Ага, вот направляшка это самый, наверное, пока что бесячий элемент. Так. Я забываю просто за нее уже, когда там на всем этим. Так, ура, я в трубу заехал. Так, а что там было? Фиолетовое, да? Пониже ехать? Или какая она там? Желтую не вылетел, забыл. Эй, треугольник, и я в нем застрял. Угу. Ты что так носишься-то? Разведка. Воу-воу-воу-воу-воу. Подзаправились, да, и поехали. А, это типа как направляшка, да? Это типа труба как направляшка там, да. Рассчитывал на скилл-тестик на 15 минут. Да, конечно. Воу. Даже без ускоряшки перелетел на трассу, лол. А, это которая, где первая самая? Вот на желтую попади. Есть, отлично. Угу, там где ускоряшка. Я вот буду здесь в трубе, мне нравится. Тебе там хорошо. Ой, ты занесло. Фиолетовая, и надо сейчас на направляшку, Есть. Блин, с красной. И я с красной. Прям за тобой. Только мы навстречу ехали. Я до фиолетового не доехала, да. Меня вверх выкинуло. Да? Встретились. Ну я уже, короче, на я представила, если был бы контактный режим, и там у него все проходило, да. Это было бы бом-бом. Да, это было. Но, блядь, какого хуя, сука? Ублюдок, мать твою, да? Что-то такое бы, да. Тихо-тихо, не заносись, красотка, давай, пошел. Ну блин, реально, в принципе, не сложно. Я не вижу сложности. Что за занос такой? Такое эхо было сейчас. Только надо попасть хорошо, и все, на направляшку. Она еще там направляшка такая, ну не совсем хорошая. Да, не очень хорошая, да. Она там перекручивает лишнее. Так, на желтую. Есть. Так, спиралька вверх. Ну куда опять ты занесло, заносишься? Я после направляшки выровняться нормально не могу. Попадаю, но да. Выровняться надо, меня заносит. Сносит, точнее. Так, ладно. Прогресс есть, сейчас. Ну когда у меня будет прогресс? Эй, да ёб твою мать, я на второй направляшку после переворота не попал. Я на машинках попал. Мало катаюсь. Какой делаем вывод? Надо кататься больше. Тренировки, еще раз тренировки, да? А то все, типа паркур. Да. Так, сейчас надо на желтую перепрыгнуть. Ой-ой, блин, хорошо, что ты сказала, я вовремя прям... Я перелетела ее. Не, я за сколько пройду, если пройду, за столько и выложу. Ну да. Мне как бы это... Главное пройти. Можно чисто прохождение потом записать. Да что такое? И твои крики. Вот ты тоже, да, это немного врезалась в Уолрайт? Да. Я немного не попал на направляшку, но ничего, сойдет. Короче, я поехал на челя. Давай. Удачи. Что там такое? Может, там... Так, ниже. Блять. Не, ну вот если... Ой. Там... Ой! Еду. Там это, знаешь, с разных ракурсов надо посмотреть. Там проехать надо, чтобы что-то понять. Я вот понять. Я вот прохожу и ничего не понять.
Я вот тоже ничего не понял. Не, ну... Я хотел сделать, типа... что-то спираль там... Перепрыги, едем, да? Едем, не, едем, просто едем, вот спираль, едем, она едем, там по-разному, то вверх, едем, то вниз идет, едем, то есть... Едем, 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 так, так. Типа я, два чекпоинта, старт и финиш. Так. Не надо размучиться! Я врезалась, блин, стой. Не, ну я бы сделал так, что это, знаешь, как бы, ну, было бы нормально. Так, чекпоинт после фиолетовой... фиолетового чекпоинт волрайда. На белой штуке, да? Волрайда после фиолетового. Там он из красного идет. Так, а красный где? А красный надо где? На красную сначала. Сейчас. Там есть. Там ты по ней поднимаешься. После на нее просто спуститься надо. Так, а вот где на нее спуск-то? А, о, вот, ты переворачиваешься на красную. На красную, да. Из красной наверх на фиолетовую. Так. Ой, тихо. А у меня здесь получится это? Давай проходи как надо, не обходи. Я хочу просто посмотреть. Нет, не получится здесь у меня. Так, все, я поняла. Сейчас. Так, тихо. Только не заносись. Я же прошу, не заносись. Нет. Можно разоки занести еще. Нет, не надо. Не надо заноситься. Я не тут. Ой. Уже привычка, что везде надо вверх вылетать. Угу. О, опять красиво становится уже ночь. И тишина, данная навек. Дёрг. Чё? Погнали на кивушку проверим одну. Приглашай. Угу. Только через холм. Да. Вот, норм, шотенько. Сейчас, секундочку. Выше, ниже. На, блин! Попробую отсюда, можно было оттуда попробовать. Ты дыщ. А, вот опять! Воу, у меня такого не было. Я всегда, в принципе, к левой стороне держался. Я вообще, ну, не, я не понимаю, в чем прикол этой кулушки. Не ударялся. А такого у меня еще не было. Ща, поменяешься стороной, я заметил. 90 минут. А, один раунд я поставил. Ну давай, Ир, так, до 100, если не проходишь, пойдем на кулушку. Да. Не судьба, да. Так, секунду. В другой раз. Да. Чувак, а этот стоп, чувак, ну, да? Вообще. Он сильно к тебе видосик хочет. А ты такая не пройдешь. Он просто ее любит, понимаешь? Ну, так он там и писал, что... Выходи за меня. Ну, не то, ну что... Типа... Что-то там... В общем, да. Объяснил. Ну что, понял, почему минус уши? Да. А? А? Что? А, что? А? Куда? Где? Тормози. Газуй. Тормози. Ой, плохо. Это фигня полнейшая. Я перелетел. Нет, я закрытый был. Ты сейчас закрытый? Да. Отчет! Давай, быстро проходи. Мгновенно. Прям жухи прошла. Чувак, ты не попал в мой видосик. Еще и черный список попал. Да не, 95 минут здесь страдать. А это все хард виноват, не финишировал. Я спросил, вы сказали, ты еще при том сказал, да, финишировал. Ой, подожди ты, дай мне.